Но было принято решение о том, что буду лично возглавлять Межведомственную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения. Считаю это правильным для того, чтобы повысить координацию здесь и межведомственную, и повысить управляемость работы в муниципальных образованиях. И задачи, которые необходимо решать. Мы видим по динамике 2024 года, что по некоторым направлениям, по некоторым показателям существенно отстаем. За этим отставанием, по сути, жизни наших граждан. Поэтому прошу быть сегодня предельно конкретными в предложениях, как мы повышаем безопасность на наших дорогах.